Центральный банк Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 7,75%. Об этом было объявлено в ходе онлайн-пресс-конференции. Ожидания регулятора относительно перспектив экономического роста в стране оптимистичны. По итогам заседания руководство Центрального банка сохранило нижний порог процентного коридора на уровне 6,25%, верхний – 9,25%. Также неизменной осталась учетная ставка – 7,75%. Ранее регулятор на 5 заседаниях подряд, начиная с сентября 2021 года, принимал решение о повышении учетной ставки. Это решение мы приняли, учитывая платежный баланс, профицит государственного бюджета, а также высокую инфляцию. С предыдущего совещания по денежно-кредитной политике по сегодняшний день существенных изменений годового уровня инфляции в стране не произошло. Согласно официальной статистике, в марте 2022 года общий уровень цен вырос на 12,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Инфляция по итогам месяца составила 1,1%. Ожидания относительно перспектив экономического роста в стране оптимистичны. Кроме того, стоит отметить продолжающийся рост цен на сырьевые товары на мировых рынках, который влияет на глобальную инфляцию. Председатель Центрального банка также сообщил, что к концу текущего года темпы развития денежной базы в Азербайджане планируется снизить. Это позволит уменьшить инфляцию в стране. Он также отметил, что рассматриваются возможности внедрения в Азербайджане новых финансовых инструментов. Мы, как Центральный банк Азербайджана, сфокусированы на развитии денежного рынка в краткосрочном и долгосрочном периодах. В этих рамках анализируются возможности внедрения новых инструментов в финансовый сектор. Сейчас наше основное желание – повысить доходность моната, провести более эффективную работу, тем самым увеличить трансмиссию процентов в экономику. Олег Кязимов подчеркнул, что для перехода к режиму плавающего курса в соотношении доллар-монат должны быть кардинальные изменения в инфраструктуре, в денежно-кредитной и финансовой политике. По ожиданиям Центрального банка в этом году соотношение сальдо платежного баланса к ВВП составит 15-25%. Большие валютные доходы, поступающие в страну, обеспечат баланс на валютном рынке, поддержат курсовую стабильность. Это окажет снижающее влияние на инфляцию. Самира Арзаева, CBC.